Всех рад поприветствовать. Шкода Фабия МК2. То, что касается течи антифриза с задней части двигателя, нашли причину. Особо ничего там сильно не видно, зеркальцем смотрели. В общем, проблема оказалась в утечке через уплотнитель. Вот эта труба, которая проходит за впускным коллектором и идет непосредственно на корпус, получается, водяного насоса. Крепится через колечки. Проблем в этом нет. Но ребята с кривыми руками, которые туда лазили, видимо, до нас, маленько накосячили. И вместо того, чтобы поменять патрубок поврежденный, намотали здесь, получается, фум-ленту, поставили нештатное кольцо, намазали все это герметиком и воткнули в обратку. Ну и в итоге получилось так, что получилось плохо. Здесь видим тоже герметик, шляпу всякую, и потеряно было фиксатор-стопор, который крепит у нас вот эту трубу здесь вот в корпусе. В общем, будем все чистить, смотреть, делать. Но, друзья, давайте так работать не будем с вагом. И если что-то делаете, делайте нормально, вот не через задний проход. Потому что потом делать в обратку все нормально, блядь, в три раза дольше, чем я бы сейчас просто поменял вот эту трубу новую с колечками и закрыл бы вопрос. В итоге теперь надо залезть как-то назад будет, почистить от герметика посадочной поверхности. Сейчас в корпусе термостата все почистим и будем собирать аккуратно все в обратку. В общем, процесс, не скажу, что суперсложный, но геморройный в плане того, что именно кривые руки там уже были. И вот эти кривые руки, как бы им огромный от меня вот привет. Всем удачи и продолжаем собирать. Всем пока.